Друзья, добрый день. Вот вашему вниманию я хочу показать легендарную финочку. Финку НКВД. Делал ее на заказ. Уходит она в Казахстан. Да, вот такие вот ножны с такой вот символикой. Звезды. Литье НКВД. Такая вот финочка. Уходит она в Казахстан. И всем, кому это понравится вещь, я просто говорю, рекомендую, заказывайте. Идеальный подарок вообще просто как отцу, брату. И как, ну, как легендарная реплика, которая будет лежать дома. Работает она, забыл показать. Заточена. Финочка, газета. Заточена. Давайте вот порубим. Порежем, порубим. Нормально. Это, конечно, не тест, не показатель, но как работает, сами видите. Заточка. Вполне шикарная. Так, смотрим. Идем далее. Говядина. Если надо, к примеру, заняться обвалкой, да, мяса на охоте, она великолепно будет работать. Вот такие ненужные плены, когда нам надо убрать. Великолепно. Стейки. Это вырезка. Можно сказать, деликатес. Сейчас мы вот эту вот уберем, ненужную нам пленочку. И будем нарезать на стейки. Так, стейки, ребят. Смотрите, я вот так, чтобы видно вам было. Помидор. Лучок. Плов. Тоже же готовить можно с помощью финки, правильно? Шикарно. Шикарно работает. Сталь D2. Плюсы данной стали. Хорошая твердость, 62 единицы. И минимальный уход. Вот так вот протерли, убрали. В ножны, она держится, вот видите, как на выходе, да? Но здесь, я не знаю, она не потеряется за счет того, что она вот, она держится полностью. Так скажем, такой небольшой лайфхак. Кому надо, чтобы прям куда жестко, обычной пленки пищевой туда суньте кусочек небольшой, и все. И она у вас будет жесткая. Все, ребят, спасибо. Всем, кому интересно, заказывайте. Уникальная вещь, пригодится. Благодарю.